Иногда бывает, заказываю такси на каком-нибудь супер-дупер экономном тарифе. Но приезжает крутая тачка, типа Porsche Cayenne. И когда я сажусь в салон, мне так стыдно и неудобно становится, что хочется сказать: «Дяденька, извините, пожалуйста, что вам придется целый час через весь город ехать на своей дорогой машине за 85 рублей. Хотите, пока едем, я в салоне приберусь?»